Оба клянутся, продавец, что он ему дал товар, а работник, что он ничего не получил, и этот, кто их нанял, платит им по 100 долларов. А мы видим, гад, минай, увадай, хашив, амамона, из них один 100% врет. Что значит, кто нанял? У меня есть кто-то на меня работает, я ему говорю, слушай, вместо того, что я тебе платил, иди в магазин, возьми у него продукты на 100 долларов. Mm-hmm. А потом я пришел к нему, говорю, ты ему дал, я ему отдал, а он говорит, я ничего не взял. Кто-то врет. Несмотря на это, оба должны поклясться и получать свои деньги. То есть он должен был отдать 100, сейчас попал на 200. Шалоши в отмашбин ото. Теперь, как мы сказали, шомер охранник, который говорит, что то, что ему оставили в залог на охрану, или потерялось, или это украли, и он не был виноват, и он освобожден от уплаты, мы берем с него три клятвы. Мы с вами это проходили. Первое. Шва шело пашатиба. Он клянется, что он не был разгильдяем. У него не было халатности. И не из-за его халатности эта корова была потеряна. Шва шело шалахтибаят. Он клянется, что он не использовал эту вещь для себя. И шва шеэна биршути. Он клянется, то есть эта вещь не у него. То есть, как мы сказали, возможно, ему то, что оставили в залог, ему это понравилось, и он не хочет отдавать, он готов, я за нее заплачу. А ему говорит, что она потерялась. Что мы видим? Что мы здесь его подозреваем, что он хочет эту вещь украсть, но несмотря на это, Бедин постановили, что он должен клясться. Поэтому Гумара доказывает, «Ло амринан мигу да хашид, а мамона хашид ашвот». Мы не говорим, так как он подозревается в воровстве, он подозревается в ложной клятве. Так считают мудрецы. Но Абайе говорит, но мига да хашида мамона хашида намя шувата. Если мы подозреваем его в финансовых преступлениях, мы подозреваем, что он ложно поклянется. Почему? Что мы подозреваем, как мы сказали, двое схватили эту рубашку, что, возможно, один был первый, а второй потом к нему подбежал. Но почему мы разрешаем ему поклясться? Потому что хайшинан шема сафек милве еш на еш ло алав. Что Рахамим увидел рубашку, которая лежит на земле. Он ее схватил. Я увидел, что он ее поднимает, и я тоже побежал вместе с ним поднял. Не потому что я говорю, то он хочет сейчас 100 долларов заработать, мы заработаем по 50. Я вспомнил, что он должен был мне деньги. Или я думаю, что он должен был мне деньги. И поэтому я говорю, то деньги я у него взять не могу. Хотя бы так, хоть так я выучу свои деньги. Как говорит, сафек милве еш на еш ло алав. Парше инше мицафек шуа, вело парше мицафек мамона. Поэтому, когда он это забрал, если я не заставлю его поклясться, он скажет, это половина рубашки моя. Но когда он придет в бедзин, люди боятся клясться ложно. Но не боятся ложно забрать чужие деньги. Поэтому скажет, шуа лете бехазара. Почему? Потому что мамона и тапахадра. Что люди скажут? Если я у него деньги забрал нечестно, да, потом я вспомнил, что он, оказывается, мне не должен, я ему деньги верну. Но если он поклялся, он может свою клятву вернуть? Он клятву не может. Поэтому люди боятся ложной клятвы больше, чем они боятся ложного воровства. И закончим на истории, что если человек, скажем, люди ему доверяют, он бизнесмен, чтобы он привез товар, отвез товар, и люди готовы платить ему за его работу тоже. Но ему неудобно деньги брать. И скажем, ему для его оборота нужно 2 миллиона. И люди ему дают 2 миллиона. И для того, чтобы заработал сам, ему еще 20 тысяч надо. Может ли он сказать, что мне нужно для оборота 2 миллиона 20 тысяч? То есть ему неудобно у них за свою работу попросить 20 тысяч. Или все-таки должен он сказать? Должен сказать. Но объясняет, говорит, так как он хочет сделать это с почетом, он в принципе имеет право включить сумму за свою работу в эту сумму и попросить у них круглую сумму, и так будет он получить это с почетом. Радостно подробно в следующем месте. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.